Казахстанская теннисистка Зарина Диас вышла во второй круг турнира серии WTA в Японии. В первом раунде она обыграла представительницу Тайбэя Юнь Яньчань. Итоговый счет 7-6, 6-1. А следующей соперницей Зарины станет испанка Лара Ару Абарена. Отмечу, в японской Осаке продолжается женский турнир серии WTA Japan Women's Open Tennis с призовым фондом 250 тысяч долларов.